Приветствую моделистов. На сей раз вновь фирма Моделист и обзор на такой немецкий армейский автомобиль V3000S. Ну, на самом деле это, насколько я помню, автомобиль Ford V3000S в немецком варианте. Набор является перепаком фирмы ICM, да. Тем не менее, я решил приобрести набор именно от моделиста, потому что мне больше гораздо нравится BoxArt. Вот. Потом в гараже вырежу, прикреплю на стену. Я их собираю, эти BoxArt'ы. Жалко выкидывать, да. Вот. Мне здесь он очень нравится. Грузовик очень постарался художник. Хорошо выбран ракурс. Автомобиль во всей своей красе. Здесь у нас полный. Так, давайте перейдем к просмотру содержимого. Вот такой пакет с литниками. А перво-наперво, конечно же, привычная для моделиста инструкция с краткой исторической справкой на обложке. Схема размещения литников, деталей на литниках, шаги по сборке, всего их у нас 19, включая готовый автомобиль. Схема окраски нанесения декалей предполагает 4 различных варианта. И на этом все. Внутри у нас находится пакет, я так полагаю, от ICM же. Именно так пакует ICM свои модели. Поэтому неудивительно, что внутри мы видим то же самое. Ну что ж, перво-наперво вот такие прозрачные детальки. В принципе, они не очень мутные. Довольно-таки неплохого качества. Клеймо ICM стоит. Следующий литник содержит элементы кабины. Хорошее качество литья. Не знаю, как по стыкуемости, но все должно быть довольно неплохо. Насколько я помню, негативных отзывов об этой модели, ну, вроде бы нет. Такие детали, облоя совершенно нет. Утяжины я тоже не вижу. Вроде бы как без косяков. Дальше у нас идет литник с очень мелкими деталями. Здесь у нас размещены элементы двигателя. Их довольно много. Элементы ходовой. Какие-то мелкие. Здесь мы видим элементы кабины внутренней, да? Руль. Какие-то лючки или, может, это бардачки, еще пока непонятно. Приборная вот панель. Фары. В принципе, возможно, и не придется использовать фары от Эльф. И третий литник у нас располагает себе детали кузова. Здесь уже на больших деталях, на бортах, виден облой. Тоже нужно будет аккуратненько его срезать. Рессоры. В принципе, все пластины читаются. Довольно часто выполнены пластинки. Довольно тонкий пластик у бортов, в отличие от звезды. Допустим, да, там, если брать полуторку, этот в 2, а то и в 3 раза тоньше. Пластик. Ну и самая важная, пожалуй, часть грузовика — это колеса. У колес очень хорошо проработан протектор, мелкий такой, рельефный. В принципе, необходимо аккуратно зачистить от литьевого шва, и можно будет использовать.
Что ж, по литью, в принципе, все понятно. Набор хорош. Я думаю, ничего здесь особо добавлять, исправлять не надо будет. Может быть, нанести фактурку дерева, процарапать. А может и не надо. Посмотрим. Остается у нас в наборе еще одна важная деталь. Это декаль. Декаль беленькая, чистенькая. Содержит в себе номера различные. 4 варианта. Какую-то маркировку. Ну и имитацию приборов внутри. В принципе, маленькая, компактная декаль. Ничего особенного. Ну что ж, в принципе, рассказывать больше особо нечего по набору. Я его могу однозначно рекомендовать для сборки. Я думаю, он может найти применение, как и другие грузовики от различных фирм, на не только военных каких-то диорамах, но совершенно смело можно делать какие-то вариации гражданские с этим грузовиком, красить в различные цвета. Грузовик очень красивый. Я думаю, будет смотреться совершенно хорошо в любом цвете. Поэтому здесь можно и ни одной модели, в принципе, ограничиваться в запасах. Мне лично хочется приобрести еще парочку таких моделей. Вот. Опять же, теряюсь, какую версию этого грузовика мне исполнить. Вот. Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо за просмотр. Возможно, было интересно и полезно. На этом все. Подписывайтесь на канал. До следующего видео.